поставили своей задачей найти тех людей, которые расписались на Рейхстаге, встретиться с ними, услышать от них, как они сейчас живут, ну и, естественно, воспоминания, куда ж без них, при встрече фронтовых товарищей. Видимо, была необходимость у тех людей, которые прошли по дорогам войны, которые 4 года в бою находились, запечатлеть свое имя на камне, подтвердить победу своей подписью. Расскажем внукам нашим о том, как в 45-м убили мы войну. Участникам победы сам черт теперь не страшен. Мой боевой товарищ, забудь про седину, где мы с тобой встречались на первом белорусском. И столько испытали трагедий и тревог. Таким мы подвергались жестоким перегрузкам, что может легче к звездам в ракете дать рывок. Не раз во славу фронта гремел салют московской. Сюжетов было много для песен и былин. Чего мы пожелаем сегодня молодежи, чтоб каждый был счастливый, чтоб каждый был герой. Однако заявляем, что ветераны тоже еще не устарели, еще годятся в строй. Это ваша подпись на сохранившихся фотографиях Рейхстага? Спрашивали мы у рабочих, инженеров, колхозников, учителей, врачей. Вроде бы моя. Мы собрали их в Москве по каменному списку. Впервые вместе смотрят старую кинохронику «Битва за Берлин». От Советского информбюро. Оперативная сводка за 21 апреля. В течение 21 апреля центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои западнее реки Одер и реки Нейсе.
западнее Одера наши войска заняли города Бернау, Вернойхен, Штраусберг, Альп-Ландсберг, Мюнхенберг, Херцфельде, Эркнер и завязали бои в пригородах Берлина. Заключительное сражение Великой Отечественной войны. Началось плацдармов на Одере, ринулся на Берлин первый белорусский, ослепив противника лучами 140 прожекторов и нанеся сокрушительный артиллерийский удар. С юга наступал первый украинский фронт. Им командовал маршал Конев. Имея задачу обойти Берлин с севера, форсировал Одер второй белорусский под командованием маршала Рокоссовского. Противник сопротивлялся отчаянно. Это была его последняя ставка. Шли в последний решительный бой Великой Отечественной войны героические защитники Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Новороссийска, те, кто громил фашистские полчища на Курской дуге, на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике. Оперативная сводка за 23 апреля. Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока, продвинулись вперед от 60 до 100 километров и ворвались в столицу Германии, Берлин. Берлин был не только символом, он был центром фашистского Райха, а в Берлине был Рейхстаг. Мы помнили 1933 год, провокационный поджог Рейхстага и установление фашистской диктатуры. Здесь началось, здесь должен был прогреметь смертный приговор фашизму. Оперативная сводка за 29 апреля. Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая вести уличные бои в Берлине, овладели городским районом Моабит, Ангальским вокзалом и заняли 177 кварталов в центральной части города. Последняя перебежка, последний рывок. Знамя Победы. Знамя над Рейхстагом установлено 30 апреля 1945 года. Оно установлено этими двумя солдатами, Михаилом Егоровым, рабочим, Мелитоном Кантария, колхозником. Приказы по Первому Белорусскому фронту подписывались военным советом. Жуков, Телегин. Генерал-лейтенант Телегин вспоминает. Все стремились к Рейхстагу.
кто первый, шло невиданное боевое соревнование между частями, подразделениями. Каждое подразделение, начиная от взвода и выше, имело свой флаг. И она стремилась донести этот флаг до Рейхстага, там где-то его водрузить как символ чести, символ мужества, символ славы своего подразделения или части. И вот прорвались к Рейхстагу. Какие-то считанные буквально часы вокруг здания, на колоннах, как весенние маки расцвели эти флажки, свидетельствующие о высокой доблести и героизме штурмовавших Рейхстаг. Последние мгновения гитлеровского рейха. Подоспели наши армейские тылы, сибирский хлеб. Первые часы новой Германии. И вот самый первый автограф. Он поставлен деловито, ясно, как заглавие. Каменная книга открыта. На стенах, как на страницах, читайте историю Великой Отечественной. Шли от стен Москвы и Ленинграда, от Волги и Днепра, сыны всех республик, всех народов СССР, победители. А ведь еще задолго до этих счастливых дней история писалась на камне. «Умираю, но не сдаюсь», — начертал защитник Брестской крепости. В освобожденных городах и селах находили надписи. Камни говорили, камни кричали, звали. На камне расписывалась сталинградская победа, а через 800 огненных дней победа поставила свои автографы на Рейхстаге. Многотомная история будет создана позже, а тогда как бы ставились вехи. На этих стенах дороги битв, долгий путь к победе, сердцу дорогие имена городов, сел, где родился, где живет любимая, где впервые пошел в бой, где был ранен. Расписывались все, кто в эти дни был в Берлине. Не только товарищи с первого белорусского, но и воины первого украинского, второго белорусского. Из других фронтов специально приезжали расписаться. Правильно было сказано и написано не раз. Ставим свои подписи под приговором фашизму. Каждый участник войны имел на это право. Знамя Победы теперь в Музее Вооруженных Сил, а под знаменем необычайный экспонат. Экскурсию в Зале Победы ведет научный сотрудник, ветеран войны Павел Рак. Я приехал на аэродром, и летчики из самолета достали три ящика. Из Берлина мы направляем вам уникальные экспонаты. Плиты от Рейхстага с солдатскими надписями. Читаем. На одном камне старший сержант Синев дошел до Берлина. Кто же этот Синев? Могу ответить. Владимир Синев, москвич, управляющий строительным трестом. В последний день войны
Он прикоснулся штыком к бетону Рейхстага. Потом учился, стал инженером. Всегда имеет дело с бетоном. Строит. Подпись под социалистическими обязательствами. Та же, что на сохранившейся плите. Образец подписи Синева в экспозиции. В музее революции еще одна драгоценная реликвия. Между прочим, для точности скажу, Филимов – это описка в спешке, надо Филимонов. Оказывается, вот чудо! Три солдата, чьи имена на плите, ставшие музейным экспонатом, именно они, трое, дружат с довоенной поры. Из Баку, с одной улицы, молодыми пошли воевать. И ныне живы, здоровы и дружат по-прежнему. А служили три товарища в одном и том полку, на одной батарее всю войну. Бахрам Мериш Оглы Миртагиев, командир орудия. Федор Кузьмин, наводчик. Николай Филимонов, командир отделения связи. Ордена получали вместе. По три боевых ордена у каждого. Ранения получали по отдельности. Каждый свое. Теперь в родном своем городе Баку Миртагиев государственный ветеринарный инспектор. Кузьмин – слесарь. Филимонов – начальник пожарной охраны Института нефти и газа. Здесь был Воробьев. Надпись у основания колонны. Иван Воробьев теперь сменный мастер на хлебоприемном пункте в Изобильном на Ставропольщине. Этот дедушка начал боевой путь 17-летним. Освобождал родную станицу, эти поля. Видел, как горели хлеба на этих нивах. Отсюда, сквозь огонь, пошел освобождать Ростов, Одессу, Кишинев, пошел брать Берлин. Иван Андреевич закончил войну 20-летним. Время. Частями я шел здесь же по Кавказу. И вот под безопасным, я же уже говорил, только я первое небольшое такое крещение получил. Под Мелитополем, я же уже говорил, ранен под Никополем, был контужен, засыпан, в общем, бомбой. Бомбили самолеты. Нас там много погибло. Тяжело вообще нам было идти. И всю дорогу ведь пешком, считай. До Берлина, до Тополя. Своим ходом. Да. Помнить тяжело, сколько своих товарищей легло. Ну, Саша Уваров погиб, он у меня умирал прямо на руках. Мы выбили, когда из подвала немца
и пошли по этажам выше. Уже считался бой у нас закончен. Откуда он из-за какого-то угла выскочил, немец автомата резанул, ему прямо грудь всю рассек. Он упал. Я подскакиваю: Саша, Саша, что с тобой? Ну, того немца убили. С автомата я его убил. Ну, к нему кинулся сразу. Саша, Саша, он говорит, уже закрывает глаза. И говорит, все, не дожил я, говорит, до конца боя. Не увидел, говорит, победу. Ну, потом шли и дошли. Уже видно окраину. Тут во всех настроение уже поднялось. Все радостные. Не всем, конечно, досталось жить. Даже да, увидеть победу саму не всем досталось. Вообще от такого грохота за всю эту вот, за все дни, мы ни дня, ни ночи не видели вообще, что тишину не слышали. А то тишина становится нам чудно, так стало, что, ну, что-то, что случилось, или уже не слышишь ушами. И вот в дыму в этом показался рассвет, и нам говорят, все, говорят, пристах наш. Водрузили там не наш полк, знамя. И начали салют давать, конец войны. Ну и начали там кто как становиться, расписываться, кто где мог. И один на одного становились, и по трое один на одного становились, уже стало места не хватать. Знаете, от радости, от такого ликования, что конец войны, и ты остался живой, там не знаю, что вообще никто не соображал. Там кидались, один одного обнимали, а там еще стреляют. Ну, фактически-то война кончилась. Москва-Берлин, Неупокоев, 8.05.45. Как видите, подпись с годами не меняется. Точно такая же, как на колонне, под расписанием уроков. И походка у учителя осталась лейтенантской, и осанка. Он завуч в интернате на станции Агрыз в Татарии. Начинаем урок математики. Устные вычисления. Найти сумму 16 и... Ребята в Агрызе гордятся тем, что их учитель участвовал в штурме Берлина. В его педагогический стаж входят 4 года фронта. Я хочу поделиться одним наблюдением. Знакомясь с судьбами расписавшихся на Рейхстаге, я заметил, очень многие из них выбрали мирную профессию учителя. Ведь в бой они пошли со школьной скамьи. Первая специальность у них – военная. Они были сперва минометчиками, танкистами, автоматчиками, кавалеристами и выстрадали, завоевали для себя профессию учителя. Право учить. Многие писали «Сталинград-Берлин» как боевой путь. Но Павел Брызгалов указал не только свой путь боевой, но и назвал город, где родился, вырос, откуда ушел служить на границу и куда в 42-м вернулся защищать Волгу, защищать берег своего детства. Он был командиром взводов знаменитой гвардейской дивизии, сражавшейся на улицах города. От Советского информбюро. Вечернее сообщение 18 сентября 1942 года. В районе Сталинграда продолжались ожесточенные бои. И ныне в городе родном на каждом шагу заведующего Бюро добрых услуг Павла Брызгалова подстерегают воспоминания. Здесь стояли насмерть. От дивизии осталась горстка стрелков. Здесь контратаковали. С этого рубежа двинулись наступать.
Эта фотография, сделанная в День Победы, обошла весь мир. Она, как символ, расписывается на колонне «Человек с ружьем». Платов Сергей, Курск, Берлин. Да, он начал с Курской битвы, где завершил бой, всем известно по его надписи. Мы разыскали Сергея Платова. Бывший разведчик живет и работает в Перми. Он слесарь высокой квалификации, наставник молодежи на своем заводе. Мы шли за каждый квартал, за каждый дом, за каждую комнату. И вот 2 мая Рейхстаг был взятый. Наша часть в это время была оставлена в Берлине, вот, а остальные части продолжали двигаться на Эльбу и на Прагу. Галя Джаши из Тбилиси. Такая же подпись сегодня под историей болезни в Грузинском институте травматологии. Заслуженный врач Грузии Галина Ушангиевна Джаши занята на операции. Одни в атаку бежали в белых халатах, другие стояли в них, как на посту. Боевая позиция Галины Джаши всегда у операционного стола. Однажды на фронте во время операции в медсанбат угодил снаряд, обломки сыпались на плечи хирурга. Операция не прервалась. Вот операция завершится, тогда поговорим с Галиной Ушангиевной. Когда мы приближались уже к Рейхстагу, увидели это рейше, день был прекрасный, май, 9 мая, солнце светило необычайно, просто победно светило и солнце. Мы приблизились к Рейхстагу, остановили наш газик, спустились, вижу какое-то торжество вокруг Рейхстага. Наши бойцы, танкисты, саперы, медицинские работники обнимают друг друга, целуются, а мы ничего еще не знаем, в чем дело. И вот там, значит, мы справились, в чем дело, что такое, что за такое торжество, что за радость такая. И нам передают: эх вы, медики, вечно вы отстаете. Понимаете, сегодня Калинин выступал и поздравил нас всех с победой. Германия капитулировала. Можете представить наше настроение в те дни, в тот час, вернее, мы тоже, все сотрудники, которые присутствовали тут, обнимались, целовались, всю эту радость передали друг другу. И поднялись этим радостным настроением, поднялись мы по разрушенным, испощренным лестницам Рейхстага. Колоссальная была лестница, эта колоннада, значит, вся пробита пулями, снарядами. Мы двигались по этой колоннаде, просто не верилось, что это я вдруг в поверженном Берлине и тут, в Рейхстаге. Этого быть не может, как можно? Вдруг мне предоставилось такое счастье. И вот я, немного обеспокоенная, поднялась, вошли мы в этот Рейхстаг, но было торжество такое, я забыла даже о несчастье. Я помнила только о радости. И тут же у входа Рейхстага, в главном входе, как только мы, значит, мимо прошли этих колоннад, я, вы знаете, увидела много надписей на стенах Рейхстага. Где только было место в росте человека, везде были вписаны имена и фамилии, города, свои, значит, свое настроение, это торжественное настроение были запечатлены в этих надписях. И у меня вдруг появилась тоже такая мысль. Я решила, знаете, сделать надпись, но это меня не устраивало, что эти надписи были в росте человека, их было так много, что не разберешься, где что написано. Нет, мне хотелось сделать такую надпись, чтобы мой брат, который я знаю, что он жив, и он будет обязательно в Рейхстаге, чтобы он увидел, что и я была
Берлине. И я дошла до Берлина, и что я была в Рейхстаге. Я увидела высоко там, значит, на почти до потолка, полуразрушенная была стена. Я поднялась по этой стене и сделала, нашла я уголь, и углем написала большими буквами, что была в Берлине 9 мая 1945 года, Галя Джаши из Тбилиси. Брат Галины, артиллерист, лейтенант, ну, конечно, теперь уже в запасе, Николай Ушангиевич Джаши, профессор кафедры эстетики в Тбилисском университете. Я знал тогда, что моя сестра Галина Ушангиевна Джаши, военврач третьего ранга, находится тоже где-то под Берлином. И мы тогда договорились, что праздновать победу будем в Берлине. Правда, откровенно говоря, я, прибыв в Берлин после штурма, видел Рейхстаг в развалинах, надписями, с автографами победы. Я не заметил надпись моей сестры. Была в Берлине Галя Джаши из Тбилиси 9 мая 1945 года. Не заметил. Я с ней встретился уже после войны. Вся история о том, как брат с сестрой встречу назначили в Берлине, но там не встретились. А в общем-то история счастливая. Еще тогда в Берлине, в победном мае, удивлялись, кто это в вестибюле Рейхстага начертал «Могила». Что это значит? Оказывается, это фамилия. Товарищ Марк Могила в городе Ивано-Франковске, таксист, ударник коммунистического труда. Труден путь его к Рейхстагу. Сами посудите. Защищал Киев, получил тяжелое ранение. Остался на поле боя. Подобрали его, выходили колхозники на захваченной врагом земле. Это они тайными тропами привели его, солдата, в партизанский отряд. Он участвовал в рейдах на Украине, в рельсовой войне в Белоруссии. Когда советские войска дошли до границы Родины, партизаны влились в регулярные части армии. Горе человеческого насмотрелся лет наста вперед. Снова солдат, партизан Марк Могила, пошел освобождать Европу.
многим побывавшим у Рейхстага запомнились надписи, я бы сказал, лирического содержания. За каждой из них угадывалась история, о которой позже песня сложилась. Расписались на Рейхстаге, а потом и на бумаге Нина и Сашка. Здесь были Люся с Сережей Тереховы. Любви, конечно, на войне было трудно. Но битва шла почти 4 года. Люди молодые, дружили, влюблялись, ждали друг друга. И вот недавно удалось разыскать тех, кто написал: «Здесь были Люся с Сережей». Оказывается, Люся с Сережей познакомились 22 июня 1941 года. На западной границе встретились они. И с первого дня войны они вместе. Служили во 2-й танковой армии. Их помнят ветераны. Люся была связисткой, и всю войну в тревоге. Вдруг известие придет. К счастью, оба остались живы. И на стене Рейхстага впервые подписались они одной фамилией – Тереховы. Бывшие воины давно перешагнули рубеж серебряной свадьбы. Справа от статуи рыцаря фамилия Добролюбов. Вон там, у основания колонны. Николай Добролюбов из 8-й гвардейской армии, ныне заместитель директора 5-го автобусного парка в Москве. При штурме Зиеловских высот и Темпельховского аэродрома командовал он самоходками, а теперь автобусами. Утро в 5-м автобусном. Боевая колонна столичных будней. Войну я закончил в Берлине в 45-м году. А из армии был демобилизован в 48-м году. И в 48-м году я пришел работать на московский завод малолитражных автомобилей. Собирал москвичи. А затем МОТ уже пришел работать в 5-й автобусный парк в 51-м году. И с 51-го года работаю в 5-м автобусном парке. Наше предприятие было удостоено высокой чести, и нам вручили награду, знамя Центрального комитета партии, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Коллектив нашего предприятия по достоинству оценил это высокое доверие, которое нам было оказано, и обещал работать в 75-м году и дальше, в следующие пятилетки, еще лучше. По своим 24 маршрутам автобусы парка за год перевозят 141,5 миллион пассажиров. Это куда больше, чем все население РСФСР. За год автобусы хозяйства, где заместитель директора Николай Добролюбов, накатывают 36 миллионов километров по улицам Москвы. Я еще добавлю, что от Москвы до Берлина Добролюбов прошел около 2000 километров.
иногда спрашивают, значит, что ты думал об этом, когда, значит, оставлял свою подпись. А думалось, видимо, у всех одинаково. Расписаться-то было несложно. Сложно было именно дойти до этого места, до стен Рейхстага. Я недавно побывал в Западном Берлине, видел Рейхстаг. Он отреставрирован, но память о нашей победе жива. Рядом с Рейхстагом в Западном Берлине памятник советским воинам, погибшим в последние минуты войны. Здесь наши гвардейцы несут караул круглосуточно. Сюда из Германской Демократической Республики в торжественные дни приходят советские люди, чтобы возложить венки. Был такой случай. Молодой гвардеец, стоявший в карауле, прочел на граните свою фамилию и так узнал, что стоит у могилы отца. Где мы с тобой встречались? На первом белорусском. И столько испытали трагедии и тревог. Повидаться с боевыми товарищами пришли маршал авиации Руденко и генерал-лейтенант Лисицын. Маршал авиации Сергей Игнатьевич Руденко. Между прочим, вы все своевременно расписывались на стенах Рейхстага. То есть в тот же день после взятия его, на следующий день. А наши летчики, они были первыми над Рейхстагом, задолго еще до взятия его. А расписывались последними, уже через несколько дней. Генерал-лейтенант Лисицын. Наш советский солдат верил в победу и тогда, когда мы стояли у стен Москвы, когда стояли наши войска у стен Сталинграда, Ленинграда. Вот эта вера победы великой была сила. И советский солдат, воспитанный великой партией Ленина, выстоял, разгромил врага и пришел на одер. Хотелось вам напомнить один такой момент. Поднялся в Рейхстаг, смотрю, на куполе надпись такая. «Комиссар Иван Куликов» крупными буквами. А под ним там мелкими буквами написаны еще некоторые фамилии. Я сразу задумался, подождите, комиссар Иван Куликов. У нас в армии не в третьей, а в первой ударной под Старой Руссой после битвы за Москву, наша армия туда была переброшена, был комиссар полка 397-й дивизии. Может быть, и он. Оказывается, действительно комиссар полка. Почему сделали надпись «Солдаты, сержант, офицеры» этой дивизии? Он был любимец полка, герой, мужественный, вместе с солдатами дрался. И погиб он в рукопашной схватке, уничтожил троих фашистов, но, как говорят, и сам оказался, отдал жизнь. Там его сейчас увековечили, есть улица Ивана Куликова. Вы посмотрите, пронесли от Старой Руссы до Берлина, до Рейхстага, приехали от Эльбы в Рейхстаг и сделали такую надпись. Много таких автографов оставили наши воины, и это является действительно бессмертной славой нашей страны, нашей отчизны в Великой Отечественной войне. Земля повернулась навстречу весне, хорошая нынче погода. Такою порой вспоминается мне весна 45-го года. Проходят года, но не меркнет вдали и горе, и подвиг народа. Мы трудной дорогой к победе пришли весной 45-го года. Победе пришли весной 45-го года. А если
эстафетою схода. Победным салютом и первым дождем весну 45-го года. Сержантия врагов и сердатия друзей, рабочая наша народа. И с каждой победе твоей и моей весна 45-го года. Я вас познакомил с некоторыми, да, только с некоторыми товарищами нашими, которые в 1945 году, в мае, расписались на стенах Рейхстага, поставили свои автографы, автографы победы. Ну, конечно, их гораздо больше, чем вы увидели их нынче на экране. Вот письма от них, вот еще письма, и письма все еще продолжают идти, вот их фотографии. Это очень достойные, очень благородные люди, труженики, пятилетки сегодня, воины мира, славные мои боевые товарищи.